Уже в пути наш Новый год. Кто подскажет, что нас ждет? Что сулит нам встреча эта, ожиданием согрета? Скоро, скоро все узнаем. А пока вас поздравляем с этим сказочным явлением, новогодним представлением! Дорогие друзья, уже не за горами новый 2021 год. И как всем известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь. У каждого из нас свое представление о том, как отметить этот праздник, как его провести. Большинство из нас накрывают праздничные столы, мы наводим чистоту в наших домах, наряжаем красивую елку, сами наряжаемся и создаем себе праздничное настроение. И немалое значение в этой новогодней суете не забыть поздравить своих близких людей, родственников, коллег, друзей, единомышленников, в общем, всех, кто ждет от нас поздравлений, новогодних пожеланий и радостного настроения. Вот и мы, сотрудники Воронежского областного центра народного творчества и кино, создаем новый предновогодний праздничный проект «Ловец новогодних забав», который начнет свою работу с 25 декабря. И в течение всего месяца мы будем поздравлять друг друга на нашем сайте, а также в социальных сетях. В этом проекте примут участие творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества, партнерные ансамбли, солисты. И именно они подарят нам минуты радости, поделятся своим опытом, своими умениями в изготовлении новогодних сувениров. В общем, подарят максимум отличного настроения. В общем, с наступающим 2021 годом! Сегодня праздничек, праздник!